воскресенье. Внимание! В это воскресенье не пропустите Слаг-гонку! Слаг-гонка. Как всегда, вас ждет новая убийственная трасса с новыми смертельными препятствиями и новый крутой слаг в качестве приза! Настолько крутой, что он может вас убить! Убийственно крутой! В этом году крутой. Мы представляем один из редчайших видов слагов – кристалли! Слаг-кристалли! Настолько редкий, что появляется раз в столетие! Итак, мы рады приветствовать самых отчаянных, необузданных рейсеров на нашей смертоносной трассе! Это безумие! Ух ты! Да, слаг-гонка — это всегда круто! Просто мега-улет! Скорей бы посмотреть на это! Хочешь сказать «посмотреть»? Нет, ни за что! Ты все время ввязываешься в безумные затеи, но поскольку дошло до гонки, тебе придется меня послушать. Или нет? Это будет просто... потрясно. Слаг-гонка. Ладно, вам это гонка. Что тут такого страшного? Добро пожаловать, гонщики! Не забудьте подписать формы на случай смерти или увечья. Как обычно, если вы теряете части тела, подбирать их будете сами. Если только лишитесь обеих рук, в таком случае не получится дать 5. Помните правила об использовании слага в силе? Что ж, ладно, хоть это. Я неплохо управляюсь бластером. Это правило подразумевает запрет на использование бластера против других гонщиков. Оно не должно называться правило о неиспользовании слагов. Если хочешь выжить, нужно быть таким, как Пронто. Зоркий глаз, железная выдержка. И не забивать голову, чем попало. Ну же! Сидо, мой заклятый враг! Сидо, вот мы и встретились. Да, мне тоже приятно познакомиться. Что ж, мне тоже очень приятно. Стой, стой, нет, это я, Пронто, твой заклятый враг. Но как же, так я ха, что, ну, как же? Всегда рад пообщаться с фанатами. Так и стой. Спасибо, Пронто. Есть. Железный крот. Мило. Я горжусь своими корнями. Я крот верхом на кроте. Я крот вдвойне. О, Пронто, твой противник только что заявил, что он более крот, чем ты. Каков будет ответ? Серьезно? Это же грубо. Не волнуйся, Берпи. Мы не будем усердствовать. Мы здесь ради забавы. А если вдруг победим, будет приятный бонус. Пронто, что ты... Сидо заявил, что он более крот, чем я. Пронто покажет ему, кто здесь наилучший крот. Вы готовы, рейсеры? На старт! Ладно, привет. Да, я знаю, я как раз вовремя. Лэнс Вольт не простаивает в очереди. Так что, если можно, ну, узнаете. Разумеется, мистер Вольт. Поехали! Ура!
там с Венсом Вольтом? Кто он такой? Я трехкратный чемпион и достойный противник. Не то чтобы у кого-то из вас были шансы меня побить. Теперь, когда я полностью обновил своего коня, благодаря моему спонсору Black Industries. Вольт работает на Блэка? Должно быть, за этим всем стоит Блэк. Знаешь, что это значит? Да! Я должен победить Сидо! Нет, теперь мы должны победить, чтобы помешать Вольту. Эй, постой! Ты не слишком молод для таких гонок. Ха! Да я в седле самого... Постой. Неужели всего лишь с января? А хочешь совет, новичок? Какой? Поработать над чувством юмора? Не следуй за мной, если хочешь жить! Что он о себе думает? Это будет слишком долго. Если Вэн смог срезать путь, смогу и я. Ладно, это была плохая идея. Я сказал, не следуй за мной! Все в порядке. На этот раз пронесло. А может и нет. Ты думаешь, что ты меня превзошел, Сидо? Но ты у меня вот еще покажешь. Испытай на себе ярость Пронто! Разрушение! Эй, что ты творишь? О, у меня мозги болят. Сидо! Что ж, кажется, эта заурядная гонка перестает быть скучной. Вы знаете, что это не короткий путь? Бывал в переделках и хуже. Я знаю, Вэнс Вольт выглядит устрашающе, но нет нужды... Рыцари тьмы! Сдается, они не участвуют в гонке. Да, сдается мне, ты прав. Уходим! Ну же, парень, давай, ты сможешь! Давай! Они не отстают! Нам надо выбраться из этого каньона! В конечном итоге мы попадем в тупик! В ловушку! Вот значит как!
ты что такое делаешь? В основном пытаюсь остаться в живых и вернуться к гонке. Это и есть гонка! Все это часть гонки! И ты нарушил основное правило! По правилам я не могу стрелять в других гонщиков! Не думаю, что эти твари пытаются выиграть гонку! Давай! Теперь мы в расчете. Если у тебя есть мозги, ты выйдешь из гонки, прежде чем она тебя убьет. Ты в порядке? Я буду в порядке, когда уделаю Сидо. Что бы ты ни делал, не дотрагивайся до этих кристаллов. Почему? Меньше вопросов. Надо поквитаться с Сидо. Держу пари, не ожидал снова меня встретить, да? А тебя как зовут? Пронто! Вот почему не надо дотрагиваться до кристаллов. Мне научиться, как он. Отличная работа! А теперь возвращайся домой! Надо как-то наверстать. Отличная идея! Эй, как дела? Не надейся, парень! Я буду победителем! Да, ты настоящий победитель, протеже Блэка! Железные кони дороги! А мне их надолго не хватает. Мне все равно, кто меня спонсирует. А следовало бы. Блэк не хороший человек. Я не позволю тебе победить и получить этого слага. Мы зацепились. Постой. Стой. Я думал, ты в меня будешь палить. Я просто спасал тебе жизнь. К тому же, я бы не стал стрелять, даже если бы очень захотел. Да ты чокнутый! Ты готов рисковать жизнью ради этого слага! Ты не получишь этого слага для Блэка, но мне не нужны уловки, чтобы победить! К тому же я пока не видел ничего такого, что было бы мне не по плечу! До этого момента... Ah!
себе? Мы совершенно бессильны! Хочешь, чтобы тебя в лепешку раздавило? Нет! А ты хочешь, чтобы я победил? Извини, малыш! Думаю, Корт был прав насчет этой гонки. Если мы отдадим концы, его торжеству не будет предела. Так что, надеюсь, это сработает. Держитесь, ребята! Постой, это мне нужно держаться! Ты это слышал, Берби? Мы сделали это! А вот Элай Шейн, которому достается второе место! Спасибо, спасибо! О, неплохо выглядишь! Ладно. Извините, Наранф. Прости, малыш. У второго места приза нет. Но только не в этот раз. А, правда? Ты уверен? Я победил. Это для меня лучший приз. Как я сказал, я гонщик, а не воин. А как же Блэк? Он ждет, что ты отдашь приз ему. Вижу, ты готов на все, лишь бы не дать ему получить этот приз. Сдается мне, он не должен его получить. О, но он его получит. Я сам вручу ему этого слага. Что? Ты работаешь на Блэка? Ты и правда думаешь, что Блэк поручил бы все этому хвостуну Венсу Вольту? Я был его агентом в этой гонке. Можно сказать, я крот верхом на кроте, вознеся мою сущность до невероятных высот. У Блэка есть особый подход, поэтому он всегда получает то, чего хочет. Пока у него этого нет. Ты правда думаешь, что ты такой шустрый? Не знаю. Давай посмотрим. Ладно, крот, отдай мне этого слага, или я... Продолжишь через секунду. Ты что-то говорил? По твоему лицу я вижу, что ты поражен. Блэк хорошо меня экипировал за то, что я буду его запасным вариантом. А теперь бросай-ка оружие, пожалуйста. Где-то я это уже слышал. Ты, а? Ну, теперь ты меня вспомнил, Пронто, своего заклятого врага. Вам не удастся закопать крота. Я еще откопаю дорогу наверх, чтобы добраться до вас. Ха-ха! Однажды! Меня зовут Пронто. Гонщик мирового класса! Извини за слага. Шутишь? Раз он не попал в лапы Блэка, я доволен. Классный выстрел. И клевый чест. А тут Пронто спас положение. Да, рассказывай. Я съем гаечный ключ, если действительно так и было. Придется поверить слову Элая. Я тоже был в отключке. Вообще-то, так все и было. Ха-ха! Начинай есть, пещерный тролль! Прости, что мы не успели к финишу вовремя. Да, но самое главное это то, что... Пронто сделал сюда! И мы помешали Блэку. А это всегда победа. Хоть ты и проиграл. Мне. Как он выглядит? Как новенький. Плюс несколько дополнительных штрихов.
У вас классная команда. И неплохой лидер. Знаешь, Блэк будет охотиться за тобой. Так что, если хочешь к нам присоединиться... Спасибо. Но я тебе говорил. Венс Вольт гонщик, а не боец. К тому же, если я нужен, пусть сначала меня поймает. Думаешь, так просто отделаться? Так просто ты отсюда не уедешь. Пока не научишь меня парочке приемов. Тебе бы тоже не помешали новые приемы. Как и тебе. Попробуйте догоните. Ха! Если вы и вправду хотите овладеть действительно стоящим приемом, я продемонстрирую вам, как я оседлал прародительницу всех кристальных червей. Я повернул червя и сказал: червь, я буду тебя укрощать. Я оседлаю, и тебе это понравится. И готов побиться об заклад, она поняла, кто тут хозяин. А теперь самое интересное. Эй, а куда все подевались? Слактерра. Автор идеи Азар Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азар Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Пун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году.